Узбекские медики планируют перенимать опыт белорусских коллег. Об этом в Минске договорились главы двух ведомств. В частности, узбеков интересуют методы борьбы с онкозаболеваниями, производство фармацевтики. Кроме этого, Ташкент планирует отправить на обучение в Беларусь еще больше студентов для получения медобразования. Сегодня мы видим огромный интерес наших узбекских коллег к тем процессам, которые происходят в таких больших направлениях, высокотехнологичных, как онкология, кардиохирургия. И в этой части мы готовы и оказывать помощь, и готовить, проводить последипломную подготовку врачей-специалистов из Узбекистана. Республика Беларусь действительно является лидером в регионе и, наверное, во всем мире по охране материнства и детства. То есть в вопросах оказания медицинской помощи в родовспомогательных учреждениях и в детских учреждениях. И одни из лучших показателей и индикаторов наблюдаются систематически в течение многих лет в этой стране. Для нас это, для страны с высокой рождаемостью, этот опыт тоже очень интересен. Сегодня делегаты посетят научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, а также медуниверситет.